Любой концерт – это лишь вершина айсберга. За ним всегда сложный, но при этом невероятно интересный репетиционный процесс. Репетиции у нас... Мы на репетицию вообще ходили как на праздник. Все проблемы у нас исчезали. Мы получали огромное удовольствие от этих репетиций. Когда мы программу подбирали, и когда репетировали отдельно, это было очень прямо как на праздник. Мы ходили, прямо всегда созванивались, делали все возможное найти время, чтобы репетировать. Ну а сейчас, когда ближе уже, когда уже с оркестром репетируем, уже как-то немножечко, честно говоря, нервозно. Репетиция, она, конечно... Первая была немножко нервная для нас обеих, потому что одно дело, когда мы играем вдвоем в классе, в котором акустика шикарная, и кажется, что ты заполняешь все пространство. А потом мы пришли в зал, нам сняли крышки, и мы ничего не слышали. Мы себя не слышали. И вот это был такой шок, а на следующий день должна быть репетиция. Ну, чуть-чуть попривыкли, чуть-чуть как-то вот сориентировались, и было немножко страшно, как будем звучать все вместе. Будет ли вот наша музыка как один организм. Заслуженная артистка Абхазии Нинель Бжания и прекрасный музыкант, пианистка Гулиза Авицба до своего первого сольного концерта «Пиано-дуо» уже имели опыт совместного выступления, но до сих пор этот дуэт был известен скорее гостям республики, нежели абхазским зрителям. И именно желание выступить на главной сцене страны перед родной абхазской публикой со своей собственной программой способствовало появлению самой идеи концерта «Пиано-дуо». Мне очень легко играть с Гулизой, потому что мы давно работаем вместе, мы знаем манеру исполнения друг друга, у нас один взгляд на какие-то музыкальные процессы. И у нас проблем вот с восприятием того или иного произведения нет. И я всегда говорю, ты мой оловянный солдатик стойкий, я на тебя всегда надеюсь, я на тебя рассчитываю. Мне с ней очень комфортно. Я себе, может, могу где-то позволить отойти. Вот. И знаю, что за спиной, вот, вернее, вот так передо мной, человек, который, музыкант, который очень точно, грамотно, выверенно исполняет. Это очень важно. Мы так выступаем в Писунском храме у нас каждый сезон, каждую субботу. Солисты филармонии дают концерты в Писунском храме, мы там каждую субботу выступаем. К сожалению, нас больше знают отдыхающие, чем наши местные слушатели. Поэтому, в принципе, мы вот с Нелли решили вот создать вот такой вот дуэт. И благодаря, вот, кстати, огромная благодарность нашему дирижеру, музыкантам, которые решили нас поддержать и сделали такую программу, потому что с оркестром все-таки это другое, мощнее звучит и интереснее. Мы с Нелли все, что мы делаем вместе. Мы друг друга слушаем, у нас нету такого, вот, чтобы кто-то там кого-то там не слушал бы или этот самый. У нас такие отношения, все дела делаем, друг друга слушаем. Мы считаемся, я считаю с ее мнением, она считается с моим мнением. Прежде чем переполненный зал филармонии рукоплескал каждому произведению, исполненному на концерте «Пиано-дуо», здесь же, на этой же сцене, прошла не одна репетиция музыкантов. А я могу сделать так. Вот, шикарно. Вот, шикарно. Давид, хочешь? Давид, посмотри. Побывав на многих из них, понаблюдав за тем, как общаются музыканты, как в который раз они терпеливо играют один и тот же отрывок какого-либо произведения, пока не добьются нужного результата, понимаешь, музыка, концерты, искусство – это тоже очень сложная работа, требующая полной отдачи и внимания к тому, что делают другие. Здесь важно слушать и слышать, возможно, важнее, чем в каком-либо другом деле.
Каждый музыкант имеет свое мышление, каждый музыкант имеет свои эмоции. И задача дирижера все это соединить в одно целое, что, чтобы музыкант думал и чувствовал так, как дирижер хочет. Я должна слушать Нелли, так же она меня слушает. Не обязательно мы должны быть видеть друг друга. Мы должны слушать и чувствовать даже на расстоянии. Дирижер, естественно, он нам подсказывает, дает знак, когда вступать там и так далее. А что касается с Нелли, мы когда играем, мы друг друга обязательно, вот вроде бы, как объяснить, не знаю, мы слушаем друг друга. Разница между, допустим, музыкантами и художниками. Вот художники, они в процессе творческом поиске, они вот работают каждый день, там, могут через день. Но их показ – это выставка. То есть они уже сделали все, они уже все написали. Да, это итог. У нас все готовится, работаем. И вот приходит момент выхода на сцену, и очень важно, это тоже, конечно, практика, аккумулировать все силы, оставить холодную голову, горячее сердце и дойти вот от кулис до... Для меня очень важно дойти от кулис и сесть за инструмент. Вот как только я сажусь, у меня все волнение исчезает, я, можно сказать, работаю. Я работаю, получаю удовольствие. Вообще концерт «Пиано Дуо» должен был состояться еще год назад. Уже тогда Нинель Бжани и Гулиза Авицбе продумывали концертную программу, подбирали репертуар. Но обстоятельства сложились так, что на какое-то время о концерте пришлось забыть. Ну, есть такие обстоятельства в жизни, через которые надо пройти, прожить, попросить Боженьку, чтобы разрешил идти дальше. Ну вот. Мы готовились, в принципе, немного. Мы думали, где-то 2,5 месяца программа была уже почти готова к репетициям. Ну, так сложились обстоятельства. Пришлось оторваться от любимого дела и мыслить совершенно другими категориями. Может быть, это нужно было, чтобы понять, что главное в жизни, а что второстепенное. Ну, каждый, кто проходит через какие-то сложности, делает выводы. Я надеюсь, что выводы я сделала правильные. И вообще этот концерт мы хотели еще в прошлом году сделать, но так получилось, что у нас были проблемы серьезные, жизненные, да, проблемы, но благодаря Богу мы преодолели все сложности. День концерта. Город только-только погружается в сумерки, а перед зданием Абхазской государственной филармонии собираются любители классической музыки. Улыбки, смех, цветы. Среди зрителей немало детишек и молодежи. Это неудивительно. Большинство из них – это учащиеся Государственного музыкального училища имени Чичба, которое уже 14 лет возглавляет Нинель Бжани и в котором преподает Гулиза Авицба. И, конечно, на концерт пришло много их учеников, юных пианистов. Для этих ребят музыка уже часть жизни. Для меня очень важно, что же будет с нашими юными музыкантами, что будет с нашим молодым поколением. Для меня это очень архиважная задача. И я просто мечтаю о том, чтобы... Ведь сейчас дети – это дети людей, которые родились либо после войны, в тяжелые послевоенные годы, либо были еще совсем маленькими. Они были обделены элементарных вещей. Говорить о том, чтобы их куда-то отдавали на музыку или на хореографию, или еще куда-то. Люди справлялись с голодом, с проблемами. И винить в этом сегодняшних молодых родителей, конечно, нельзя. Они выжили, выстояли. Но нам приходится, педагогам моего поколения, образовывать... Вы знаете, Арифа, помимо маленьких детей, еще и родителей.
говорить им, что такое труд пианиста, что такое труд музыканта вообще, что это очень сложная задача, но ее нужно преодолевать. И преодолевать нужно вместе родителям и ребенку. Ребенку музыка должна быть в радость, а родителю сначала это родительский труд, а потом аплодисменты в зале, потом удовольствие от этих аплодисментов. Так что я думаю, что если у нас получится нашими силами воспитать поколение, которое само будет приходить на концерты, само будет увлекаться театром, ходить на выставки, вот тогда в нашей стране, можно сказать, есть культурная жизнь. Публику нужно воспитывать с детства. Я так считаю, это во всем мире практикуется. И в этом вопросе Министерство образования обязательно должно помочь. Как и было в советские годы, как и продолжается сейчас и в Российской Федерации, и в Европе, и в Америке, и в Латинской Америке. Проводятся образовательные концерты. Оркестр может приезжать в гости в общеобразовательные школы. Детей можно привозить в филармонию или, неважно, не обязательно в филармонию. И нужно тесное общение с детьми. То есть не только просто вот формат концерта, да, концерт отыграли, похлопали и разошлись. Нет. Нужно с детьми общаться. Нужно объяснять, показывать каждый инструмент, рассказывать, что такое музыка, да, гармония, ритм. Мы, конечно, пробовали это делать, и я вам скажу, что реакция детей вот в Абхазии абсолютно одинакова, как и в других зарубежных странах. Абсолютно они одинаково реагируют. Пожалуй, самым волнительным моментом для любого музыканта является ожидание начала концерта за кулисами. То, что происходит за кулисами перед выступлением, по накалу эмоций и чувств зачастую даже перекрывает то, что происходит с артистами позже на сцене. Ученикам говорю всегда одну и ту же фразу. Нужно быть готовым на 150%, чтобы выйти и сыграть на 100%. Потому что вот эти 50%, они всегда теряются в результате волнения. А волнение, оно присуще всем. Это не имеет значения, сколько лет ты на сцене. По-моему, даже чем старше, чем больше опыта, тем больше волнения. Потому что хочется сыграть, хочется ничего не потерять и донести до слушателя все, что ты наработал. На концерт, когда выходишь, мы, естественно, очень волнуемся. Мы не знаем, что может произойти на концерте. Даже несмотря на то, что вот когда играем, да, вот со стороны я все равно вижу глаза, которые близко сидят, я чувствую, кто где сидит. Вот которые близко сидят, это тоже видно. Программа сольного концерта двух пианисток подбиралась с особенной тщательностью и с вниманием к вкусам и привязанностям публики. Музыканты хорошо понимали, что помимо сложных классических произведений, зал часто ждет и более известные, легко узнаваемые мелодии. Весь концерт классику слушать не каждый зритель это может, и поэтому мы подбирали программу, доступную нашему слушателю, начиная от классики до современной музыки, до джазовой музыки. Вот. Причем тщательно мы подбирали программу, долго над этим работали. Хотя у нас программа вся интересная, но очень интересная музыка Бабаджаняна мы будем играть. Чепелянского красивое произведение «Ветерок». Ну, в принципе, у нас, по-моему, вся программа интересная. Мы как бы все с удовольствием делаем.
Уже с первых минут концерта стало очевидно, что эта классика не будет скучной. Зал воспринимал каждое произведение на ура и неустанно рукоплескал музыкантам на сцене. Продуманность программы и замечательная сыгранность музыкантов сделали концерт «Пиано-дуо» легким погружением зрителей в мир классики. В исполнении фортепианного дуэта и государственного камерного оркестра под управлением заслуженного артиста Абхазии Давида Таразяна зал услышал произведения Баха, Вивальди, Брамса, Сен-Санса, Бабаджаняна и Пьяццоллы. Солисты концерта «Пиано-дуо» Нина Элебжания и Гулиза Авидзеба особо благодарны государственному камерному оркестру и дирижеру Давиду Таразян за поддержку в этом проекте. Очень много проектов с ним связано, и музыкально-образовательные проекты, и конкурсы, фестивали. Я знаю, что это тот музыкант, который откликается на любые позитивные посылы. И в данном случае, я думаю, что это был такой вот доброжелательный жест сыграть нам, вместе с нами. И я рассчитываю на его дирижерскую палочку. Вообще я хочу сказать, что он великолепный музыкант, очень тонкий, чуткий, и я уверена в нем. Вот как уверена в Гулизе, так уверена и в нем. И я думаю, что в данном случае наш камерный оркестр, сегодня он еще камерный, но есть надежда, что в скором времени он превратится в большой симфонический оркестр. И тогда его мастерство заиграет новыми красками. Я не знаю, чувствуется это просто слушателями, но вот я как музыкант знаю, что в нем еще столько нераскрытого потенциала здесь, в Абхазии. Ему нужен симфонический оркестр, чтобы показать весь масштаб своего дарования. Вот я твердо в этом убеждена, но не только потому, что ему надо показывать, вообще для нас, для нашей республики, республики, которая имела большой симфонический оркестр, спустя 25 лет уже пора иметь симфонический оркестр. Ведь как только сформируется такой коллектив, у нас будут решены очень многие культурные задачи, одна из которых – это создание оперного театра. У нас подросла целая плеяда оперных певцов, которые сюда приезжают один раз в год, работают где-то в России, в российских театрах, ну, где-то в престижных, где-то они дают сольные концерты. Но я знаю, что сердца этих молодых исполнителей лежат все здесь, направлены сюда, в Абхазию, иначе бы они не приезжали и не выступали здесь. И я считаю, что нужно создать им условия для того, чтобы они остались здесь у нас на родине. Это нужно и зрителям? Это нужно нашей культуре, это нужно нашей культурной истории. Пора уже. Часовой концерт, казалось, шел несколько минут и оставил после себя легкое послевкусие. У нас блестящие солисты, сыгранные. Если закрыть глаза, трудно представить, кто из них играет главный голос. Настолько у них все это виртуозно получается, настолько у них потрясающая туше и ансамбль. Я считаю, что это открытие для абхазской публики и вообще для Абхазии, потому что фортепианные дуэты, я насколько помню, не практиковалось никогда. И это, чтобы создать, это не за один день, не за неделю, это нужны годы.
чтобы два музыканта, два артиста были сыграны и чувствовали одинаково. Потому что здесь нельзя отделять ни одного, ни второго. Они как один организм. Таким вот образом из дружбы и сотворчества двух талантливых пианисток родился новый фортепиано-дуэт, первый концерт которого оставил самые приятные ощущения у всех, кто имел счастье побывать в зрительном зале. Это дает нам всем надежду, что такие концерты еще будут и не раз. И, конечно, каждый из них станет особым праздником для всех любителей классической музыки.